Значит, протяжка головки. На головках с четырьмя рядами болтов. Раз, два, три, четыре. Головка протягивается следующим образом. Не так, как на двухрядных крест-накрест. Значит, это. Ну и в шахматном порядке. Она протягивается, затягивается в круг. То есть начинаем между вторым и третьим цилиндром. И погнали. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и на первый цилиндр. 15, 16, 17, 18. Значит, головка протягивается на три раза. Первый раз с усилием 6 кг. Второй раз с усилием 8 кг. И третий раз с усилием 12-13 кг.